Особое внимание в программе визита посол Уганды в России Джонсон Агара Олва уделил предприятиям, где перерабатывают сельскохозяйственную продукцию. Так, в Брянске действует завод по выпуску детской молочной продукции. Гостям показали полностью закрытое производство – от поставки сырья до упаковки товара. Таким образом, обеспечена микробиологическая защита продуктов для малышей. Нам показали производственный процесс. Я считаю, это международный уровень. Продукцию можно экспортировать в Уганду. К нам привозят продукцию из Европы, так что можно рассмотреть поставку и из вашего региона. Так как в Уганде большой рынок, можно было бы открыть там перерабатывающее производство. 2,5 года назад Россия и Уганда подписали меморандум о сотрудничестве в сфере научной, научно-технологической и инновационной деятельности. Задача этого визита – найти способы взаимодействия Африканской республики с нашим регионом. Одно направление для этого определено – сельское хозяйство и переработка продукции АПК. В Уганде почти 44 миллиона жителей, в странах Восточно-Африканского союза – почти 200 миллионов. Большой потенциал для экспорта готовой продукции и развития перерабатывающей промышленности. Огромный интерес у правительства Уганды вызывает развитие сельского хозяйства в Российской Федерации, в частности в Брянской области. Они оценивают потенциал развития сельского хозяйства, готовы к применению у себя на территории Уганды новых технологий, новых подходов к производству. Их интересует прежде всего молочная промышленность, мясная промышленность, сельское хозяйство, зерновые, бобовые культуры. Визит на Брянщину высоких гостей из Уганды обе стороны рассматривают как начало долгосрочного сотрудничества. Речь идет также о взаимодействии в туризме и сфере образования. Наталья Будник, Игорь Винничук, события Брянск.